Чем кормить? А там что-то покупать? Почему арест-то все? Приехали в храм. Перед посещением храма нас привели на озеро, где мы покормили сомиков. На озеро приехали, да? Интересно, куда нас ведут. Озеро какое-то. Пришли рыбу покормить. Все ясно. Кишит. Наверное, на обед нам будет сомика давать. Да редкие. Вот так надо было в машину. Да редкие. Нужно было. Нам сказали выйти, мы вышли. А чем их, что это такое? Хлеб, да? Кукурузные палочки. А, смотри, что творится. Это с васаби хлеб. С васаби, да. Похоже по цвету. Вот это да. А можно одного с собой взять, сомика? Побольше, который. Прямо в клюв. Смотри, вырвал его из пасти. Идем к машине, рыбок покормили. Буфет. Такой тигр здесь. И крокодил. Зеленый, такой же, как мы видели сейчас. Где? Ну, вот он, храм.